Один камень стеной не станет, говорят на Востоке. В Беларуси ответили бы, одной рукой в узел не завязать. Впрочем, взаимопонимание у нас не только на словах. Восточный вектор внешней политики Беларуси укрепляется пропорционально росту западного инфантилизма. Азия тем временем на мировой арене уверенно вырывается вперед. Весь потенциал евразийского региона огромен. Это колоссальная ресурсная база и производственная мощность, потребительский рынок, равных которому нет. Понятно, что роль континента будет возрастать. Только в азиатских странах производится треть мирового валового внутреннего продукта. А их население составляет более 4 миллиардов человек. Республика Беларусь рассматривает взаимодействие с государствами Азии в качестве одного из приоритетов своей внешней политики. Настало время Азии. Контакты на высшем уровне и их реализация от станка. Как сегодня выглядит сотрудничество Беларуси и стран Азии? Без хвастовства, продуктивно. Выстроены новые технологические, логистические цепочки. В деньгах это почти мы подходим к 1 миллиарду долларов. Это достаточно широкий рынок. Это страны Персидского залива, товары. Больше промышленные группы, химические товары, минеральные продукты. Да, ну, это товары с готовой добавленной стоимостью, да, с глубокой степенью переработки. Доля поставок товаров на азиатский рынок из Витебской области выросла в 4 раза. Так, промкомпании Севера Беларуси ответили на демарш стран Евросоюза, когда те свернули свои обязательства по действующим контрактам. Восточный интерес не исчерпанный 4-кратным ростом экспорта. В свободной экономической зоне Витебска реализуются инвестпроекты с Ираном. Речь о строительстве завода горячего цинкования. В Таджикистане развернется совместное предприятие по производству витебских ковров. Кооперация вообще тренд в белорусско-таджикских отношениях. Молочное, лифтовое, машиностроительное. Эти производства или уже успешно стартовали, или вот-вот перережут красную ленту открытия. К слову, белорусские машины в Азии – обкатанный фаворит. На неделе 2 новых высокомощных белоруса отправились в Китай в рамках совместного проекта. Там на них установят инновационные электроприводы и отправят на испытания. Чем не пример всепогодного, всеобъемлющего стратегического партнерства, о котором Александр Лукашенко и Си Цзиньпин объявили на сентябрьской встрече. Увеличить номенклатуру поставляемых нами тракторов не прочь Вьетнам с перспективой продвигать белорусов на рынке государств-участников АСЕАН. Солидарен в оценке белорусской техники и Пакистан. Одна из основных позиций импорта из Беларуси – тракторы. Белорусский трактор пользуется большой популярностью в Пакистане, особенно для сельского хозяйства. Пакистан также производит тракторы, тоже может их экспортировать, но более популярны все-таки белорусские. Аграрной сфере у нас уделяется большое внимание, и в этом вопросе Пакистану есть чему поучиться у Беларуси, например, биотехнологиям, выращиванию тех или иных культур. Ускориться во всех сферах сотрудничества на полях недавних саммитов в Самарканде и Астане договорились наш президент. Президент и премьер-министр Пакистана. Точки взаимной выгоды есть в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и культуре. Между нашими странами заключено 80 соглашений, еще 10-15 соглашений в разработке. И цель наша – расширять сотрудничество. Наши страны могут прекрасно взаимодействовать, кроме прочего, в образовании, туризме и фармацевтическом секторе. Расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах Беларусь договорилась с Ираном на неделе. Совместные планы 2 стран в Тегеране обсудили министры иностранных дел. И пусть белорусско-иранский экономический потенциал пока реализован не полностью, главная мотивация – обоюдное желание противостоять санкционному терроризму. Как тесно переплетены судьбы Беларуси и Востока, хорошо показывают не только цифры в статистике, но и истории из жизни. Поселок Новоколосово Столбцовского района без лишнего пафоса своим домом называет уроженец Ирана. Он и для местных теперь полноправный земляк. В поселке его называют Араш. Полное имя Яхья Хасейн Талаи. Белорусам произносить сложнее. К нам в страну Араш переехал более 10 лет назад. По велению судьбы, не иначе. Состоявшийся в Иране бизнесмен продал крупное производство и хотел было начать с нуля в Канаде. Но случайная поездка к другу в Беларусь планы круто изменила. Ты увидел Беларусь. Беларусь – красивая страна, хорошая страна. Спокойся, тихо, люди хорошие. Мы начинаем с Минска. Я там открывается одна ресторан. После 2 года я видел там маленький бизнес. Мы работаем сейчас здесь для
Новоколосово и район. Для большого дела Араш переехал из Минска в Новоколосово, выкупил 10 зданий на территории бывшего детского лагеря и военного городка. Теперь здесь работает гостиница, ресторан с дискотекой. В амбициозных планах хозяина задействовать все объекты под что-то полезное и интересное людям. Из старой казармы планируют сделать еще одну гостиницу, а здание котельной превратить в оздоровительный центр с бассейном. За трудолюбие и неиссякаемую энергию Араша любят местные, а он призывает белорусов быть смелее и начинать свое дело для людей, для страны. Его успешная ученица – супруга Олеся. За несколько лет она стала настоящей белорусской бизнесвумен. Ну, это благодаря мужу, наверное. Раньше я стеснялась всего, наверное. Он поддерживал меня, говорил, что надо. Добрый очень, помогает людям. Я очень люблю работать для Беларуси. Я очень люблю Беларусь. Я всегда вот так чувствую, у меня есть. Это Беларусь – мой дом. Если государство помогает, я думаю, здесь будет очень хорошо. Семья Талаи со своей теперь общей родиной знакомит других. Через их туристические фирмы Беларусь посетила около 3000 граждан Ирана, в том числе бизнесмены-инвесторы. У Араша и Олеси растет сын Елисей. Он уже знает, какой бизнес будет строить в 28 лет. Знает, что нужно быть трудолюбивым и обязательно делать мир вокруг себя прекрасней. И в этом Беларусь и Восток всегда будут солидарны. Ксения Худалей, Виктор Пралич, Расим Гурбанов и Сергей Курков. Для недели на СТВ.